На Марсе нет никаких благ цивилизации. Здесь не построили ни больницы, ни школы, ни магазина. Все удобства, что называется, во дворе. Марс — это небольшая деревня на окраине Нижегородской области, в которой всего 4 дома и 4 жителя. 4. 2 бабки. Да мы соседом. Хроника марсианской жизни началась в период коллективизации. Именно тогда здесь создали коммуну, и Марс стал процветающей деревней. Марс это в честь планеты Марса, бога Марса. Мечтали о полетах на Марс. Мечтали о том, что и на Марсе будут яблони цвести. Яблонями Марс действительно славился. Говорят, здесь были лучшие в округе яблоки. Сегодня жизнь на Марсе едва теплится. Днем в деревне остаются лишь баба Поля да баба Нина. Братья Красновы работают в райцентре и в деревню возвращаются только чтобы переночевать. Мы сейчас только вечером приезжаем, да и все, днем-то нас не бывает дома. Последний раз гости здесь были во время переписи населения. Вообще вспоминают о марсианах нечасто, в основном перед выборами. Практически этой деревни не существует. Хотя вот жизнь теплится в 4 домах, но это ненадолго. Остались здесь только старики. Вы видите, что нет детей. Это самое страшное. Жить на Марсе с каждым годом становится все сложнее. Деревня умирает. И, видимо, недалек тот день, когда Марс исчезнет с карты Земли.